Оптимальный гибрид соответствует высоким требованиям современных производителей. Сладкий перец Беладонна бренда Семенис собрал в себе все важные для производства качества. Беладонна – это мощное компактное растение с дружной отдачей урожая. Гибрид отличается высокой продуктивностью и быстрым созреванием. Он преодолевает период развития от первых всходов и до стадии технической зрелости в среднем за 80-90 дней. Взрослое растение, компактное, достигает 60-80 см в высоту и имеет хорошую облиственность, что защищает плод от ожогов. Большим плюсом гибрида считается его гибкость при выращивании. Он не требует особых усилий в уходе, легко завязывает плоды, даже в экстремальных условиях. Плоды Беладонны – четырехкамерные, красивой кубовидной формы, размером 10 на 8 см и массой плода 180-200 граммов. Наряду с другими преимуществами можно выделить и толщину стенки плода, которая достигает 6-7 мм. А компактная семенная камера позволяет быстро избавиться от нее в процессе производства. В технической спелости плоды оливкового цвета, в биологической – насыщенного желтого. Сладкий перец Беладонна имеет отличные вкусовые качества и прекрасный товарный вид. Все эти неоспоримые преимущества перца Беладонна делают его любимым гибридом многих производителей.